하나 우리 살 빼자. 왜? 내가 계약하다 근처인가? 한 2주 뒤에 계약을 하는데 살을 좀 빼야 될 것 같아. 지금 좀 쪘어. 이런 거 하지 말고. 지금 몇 킬로? 해볼까? 몇 킬로야? 아이, 안 돼. 아니, 이런 걸 알려고 하면 안 되죠. 나중에 제가 빼고 난 다음에, 빼고 난 다음에 알려줄게요. 네. 진짜, 오케이? 진짜 벌써 이런... 있을 것 같아? 자신감 있어? 없어. 바로, 아! 이럴 것 같긴 한데, 그래도 해봐야지, 그지? 근데 이거 어떻게 빼야 돼? 이거 다 어떻게 빼야 돼? 아니, 아침부터 지금 1시, 2시, 3시까지 자잖아. 그렇게 하지 말고 아침에 엄마 깨울게. 깨워서 우리 찌우자기 밖에 있어. 이렇게 워킹. 워킹 아니야. 러닝. 달리기. 달리기. 달리기하고 그 다음에 뭐 할까 또? 뭐 음식. 그러니까 음식이 가장 중요할 것 같아요. 내가 그냥 먹고 움직이지 않잖아. 그러니까 먹고 움직여야 될 것 같아요. 칼로리 소모가 필요하기 때문에. 아무튼 그리고 뭐 이렇게 여러 가지 뭐 이렇게 복근 훈련도 하고 체력 운동도 하고 뭐 이렇게. 아침에 일어날 수 있어. 몰라? 마마가 시켜. 마마가 깨워줘. замётано. 나 알람으로 못 일어나. замётано. Друзья, для начала мы решили купить такую одну полезную штучку, продается здесь у нас рядом с домом. Да, вы спрашивали меня, кстати, есть ли в Корее такие органик магазины, где продают только полезную еду, полезные какие-то продукты. Да, практически в каждом районе это есть, и вот у нас тоже, хотя у нас такой небольшой такой райончик здесь, небольшая улочка, очень мало всего по сравнению с другими районами, но тем не менее вот такой магазинчик у нас здесь есть. И я не знаю, сейчас позволят ли нам снимать там, потому что в Корее со съемкой вообще большая проблема. Очень много где это не приветствуется. Нужно спрашивать разрешение, без разрешения нигде снимать нельзя. Вот. А если вы снимаете тайком, то это подсудное дело. И да, узнаете наши магазины. В принципе, вот это и все, что здесь есть. Какая-то пицца, вот этот вот маленький супермаркет, мясная лавка, лавка с мороженым и риэлторская контора. Очки, здесь уже что-то все закрыто. Что, она проскочила, засранка, да? Вот кегасо. И уши закрыла, стоит. Она знает, что сейчас влетит. Коза. Там вот у нас еще один мини-маркет такой. Вот. И здесь еще одна лавка с мясом. Вот одна и вторая. Из всех, наверное, 5 магазинов, что здесь есть, 2 из них это мясная лавка. Это к слову о том, насколько корейцы не едят мясо. Да-да, ну-ну. Мне всегда очень улыбают такие заявления от новоприбывших в Корею. В Корее мясо дорого, корейцы мясо не едят. Да, по-моему, это самая мясоедная нация в мире, корейцы. Ты сейчас получишь там, домашишься. Ага. И вот тут у нас Сию круглосуточный магазинчик. Опять риэлторская контора, их по 50 штук обычно. И вот этот вот Чорок Маун, так называется сеть этих магазинов. Дяденька уже сидит и смотрит как-то неодобрительно на мою камеру. Не знаю, как сейчас получится съемка. Мисс Укарой, если заем, мисс Укарой. Мисс Укарой, да. 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 Мисс Укарой, о том, где ты. 그런 한식도 있고. 뭐가 달라요? 들어가는 게 좀 다르죠. 들어가는 게 다른데 요거는 이제 일반적인 그냥 우리가 흔히 먹을 수 있는 미국식인데 되게 맛있어요. 되게 잘 나가거든요. 네, 아 여기 버섯도 들어가요? 버섯? 아니 버섯 들어가고 요거는 좀 이제 어른들이 어른들 이건 할 것 같아? 네. Друзья, вот такую мы взяли мисс Укару. Потом расскажу все про это. И вот здесь всякие крупы идут. Игон иже югинон кваза. Инка. Вот калори 문제가 아니라 이거 그냥 애들이 먹기. Я 같이 하고 싶어.
애기용. 그리고 이거는 이제 차 만들 때 하는 거 생강차, 뭐 대추차, 유자차 이런 거. 나. 비싸게 제이. 훨씬 빨리하시네. 이것도 녹차에 되게 녹차가 그 물 대신 녹차 마시는 게 살 많이 빠진다고. 그래? 살 빠져 이거? 안에 있는 거 다 빼는데 안 좋은 거. 이것도 유기농이야? 다 유기농. 네, здесь все, друзья, продукты органик, без использования каких-либо. 이거는 신경도 이거. Здесь у нас, я говорю, улочка маленькая, домов мало, и поэтому этот магазинчик довольно маленький, но они бывают довольно большие, эти магазины. Тут вот всякие, это ким, присыпки к рису. А это? А, это всякие сушеные корешки. Это консервированные грудки куриные. Орешки. Что тут еще есть? Орехи. Всякие разные орехи. И, конечно, цены просто бомбические. Такая баночка простых орехов, не органик, будет стоить раза в три дешевле. Также есть яйца, соки. Тофу, органик тофу, глина, гоуль моя, амунды, чесо, писсай. Могу ли? Ну, писсай. Куман, игуман, игуман. Да, вот, друзья, грибы, в общем, все продукты здесь просто без использования каких-либо химикатов. Помидоры. А, также здесь есть шампуни. Шампуны. Шампуни и всякие бытовая химия. Но не так много. Но даже подгузники есть органик. Мыло. Пасты и детская косметика. В общем, небольшой еще отделчик с косметикой. И тут всякие БАДы. Женьшень, БАДы. И вот эти ханьяки корейские. Традиционная корейская медицина, БАДы, в общем, на этой основе. В общем, если нам обычная диета не поможет, мы пойдем в корейскую традиционную клинику и будем пить какие-нибудь женьшеневые настойки. Да, это... Даже из чеснока есть концентрат, сыворотка полезный, какие-то БАДы. Даже соль, вот, соль и то вся такая супер полезная. Хлебушки, булочки полезные, печеньки. Вот так вот. Вот так вот. Круто. Купили мисуткару, да. Мисуткару это такая... Такой порошок из всевозможных полезных каких-то круп, орешков, перемолотые все вот эти вот злаки, перемолотые в такую пудру, и это все разводится либо молоком, либо водой. Но в нашем случае это будет разводиться водой, потому что нам молоко для диеты не очень полезно. Ну и вообще молоко не полезно в нашем возрасте. Это вон Ангелинке молоко хорошо, нам уже не очень. Вот, и... как это называется, клетчатка плюс углеводы. Углеводы нужны утром, так как утром, по идее, нужно есть обязательно, но утром ничего не лезет. Я не знаю, как у вас, но у нас не лезет ничего, утром есть невозможно. Вот. А кушать как бы надо обязательно, калории получить перед тем, особенно как мы будем бегать утром. Вот. Калории нужны, поэтому мы будем выпивать эту мисуткару. И бегать, и бегать. В общем, завтра я вам все покажу.